Здравствуйте, зрители! Сегодняшнее исполнение стихотворения госпожи Гиппиус адресуется всем сторонникам нынешней российской оппозиции. Если таковые просмотрят это видео, то пусть сами себе ответят на вопрос, стоит ли поддерживать тех, кого они так поддерживают. Блевотина войны, октябрьское веселье, от этого зловонного вина, как было омерзительно твое похмелье. О, бедная, о, грешная страна, какому дьяволу, какому псу в угоду, каким кошмарным обуянный сном народ, безумствуя, убил свою свободу и даже не убил, засек кнутом. Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой, смеются пушки, раздевая рты. И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, народ, не уважающий святынь. Всем до новых встреч!